В гостинице «Ростов» женщина номер один в рок-музыке встречается с нами эксклюзивно. Сьюзи Кватро рассказала, что в записи альбома 2011 года участвовали музыканты Элвиса Пресли. «У меня были хиты в Англии, и я сделала свой первый альбом с песней Элвиса. Элвис услышал ее и позвонил мне по телефону в Мемфисе с похвалами и пригласил меня. А я сказала нет, потому что я не была готова». Директор концертного агентства оценивает бытовые требования певицы как скромные. Требуют то, что положено. Допустим, там, чтобы вовремя был обед, чтобы очень переживают, чтобы звук был. Я полагаю, что у нас все будет хорошо, потому что звук действительно качественный, соответствует требованию райдера техническому, который они предоставили нам. Так что у Ростова есть шанс принять «Звездную леди» достойно. Певица выступит в Ростове-на-Дону 27 марта в 19 часов в театре имени Максима Горького. Как известно, этот театр построен в форме трактора. Макет театра хранится в одном из лондонских музеев. В столице Англии живет сама певица. К сожалению, ни один из ростовских музеев певица не успеет посетить. Зато полюбуется нашим трактором в миниатюре у себя в родном Лондоне. На несколько минут Сьюзи превратилась в художника, нарисовала автопортрет. Галина Пилипенко, Олег Хачкинаев, «Вести Дон».